В результате атак израильских военных по сектору Газа погибло уже человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. В сообщении отмечается, что в палестинском секторе Газа при атаках Израиля убиты человек, ранены. По данным Министерства здравоохранения, на западном берегу реки Иордан за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами погибли арабы, ранены свыше палестинцев. Ранее представитель Красного полумесяца Палестины рассказал, что ежедневно к врачам в больницах Газы обращаются около 1000 мирных жителей с ранениями, которые они получили во время обстрелов и бомбардировок анклава со стороны армии Израиля. Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в октябре, когда боевики Хамас из сектора Газа проникли в южные районы Израиля, напоминает ТАСС. По мнению Хамас, данная атака – ответ на действия Израиля против мечети Аль-Лакса на Храмовой горе в Иерусалиме. Немного позднее Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа, начал обстреливать анклав, а также отдельные районы Сирии и Ливана. Сообщается также о столкновениях на западном берегу реки Иордан.